Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Горожанка в селе». Я рада всем, кто зашел на мой канал. Посмотрим осенние работы в саду. Сегодня тепло, сегодня солнышко, а завтра обещают снег. Поэтому нужно срочно доделать дела, которые нужно обязательно доделать до того, как упадет снег. Снег, конечно, растает, я так думаю, но тем не менее. Нужно обязательно частично убрать петрушку. Убрать дайкончик. Сжечь мусор, чтобы он не отсырел. Можно, нужно будет посадить чеснок. Но я еще подумаю. Убрать траву с тех мест, где она не должна быть. Можно ягоды прикрыть. Представляете, они все еще... пыжутся и растут. Глаша, уйди. Вон, видите? Ой, они покраснеют, конечно, но растут, мучаются. Бедненькие. У меня еще вот тут всякие цветущие есть некоторые элементы. Но обязательно нужно убрать будет бархатцы. Они вот семена у меня не дали, не успели. Это плохо. Вот еще тут некоторые цветущие есть. Нет, вру. Вот и есть коробочки. Да, есть, готовые. Зря ругаюсь. Тоже их надо тут все будет повыдергать. И которые хорошенькие, вот эти вот собрать. В этом году не собирала. Что-то не до них. Вот так что вот какие дела предстоит сделать до наступления снега, который нам обещает гидромедцентр. Может, обманет опять. Град вот в таком виде. Надо его снять. Пока. Эти все крепежечки я сняла. Теперь надо его распутать. Я его, как это говорят, не обрезала, он у меня тут зарос. Как я с ним разбираться буду, не знаю. Ну, попробую разобраться. Попробуем разобраться. Если будем считать, что он у меня, этот куст, так сказать, веерного размещения, сколько у нас рукавов сформировалось. Вот один рукав, вот так вот он загнулся. Вот второй рукав, да? И вот там третий. Ну, наверное, уже и четвертый. Попробуем вот с этими рукавами разобраться. Если мы возьмем вот этот вот рукав и проследим, то все я сделала неправильно. Значит, вот этот можно оставить на сучок замещения? Наверное, нет, он плохой. Вот этот, он куда-то ушел, не знаю куда. Так, этот вообще... Вот, наверное, вот этот, наверное, можно оставить на сучок замещения. А вот этот, скорее всего, будет как основной. Так ведь, что ли? Ну, мне кажется, как-то не это. Не задеревенел еще. Вот это вот почки считаются. Да, вроде как почки. Ну, попробуем его оставить. А что делать? Делать больше нечего. Попробуем сейчас почикать. Посмотрим, что получится. Начнем с первого. Так, значит, считаем на плодоносящие ветки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, говорят, 16. Ну вот попробую оставить. Как раз тут вроде как уже это зелененькое. Выглядит этот рукав. Будем надеяться, что все сделаю правильно. Ну и так, следующий пойду попробую. Расшифрую. Так, виноград я опустила на землю. Листву уберу. Пришпилю его ближе к земле.
Подкладывать ничего не буду, потому что прошлый год подкладывала, все примерзло. Если будут сильные морозы, сверху прикрою. Вот. Так, пока хватит. А здесь у меня свеженькие побеги. Выживут, если зимой, значит, следующий год будем пересаживать. Мусор горит. Сжигаем, как положено. И на земле, в специально отведенном месте. Паша, ты куда залезла? А? Слази. Туда нельзя, к соседям. Там курочки есть. Смотри, туда не прыгай. Глаша, Глаша, иди сюда. Иди сюда. Вот смотри, я ее достать не могу. Будет там сидеть, наблюдать. А, поперлась. По крыше идет. У меня тут дровничок. Дров мало. И вот она на него уселась. Он высокий. На высоту забора. Вот такая вот кошка. Она делает попытку туда прыгнуть. Вот спрыгнет, зараза. И я ничего с этим сделать не могу. Ну, я думаю, она, наверное, не один раз уже это делала. Ах ты, вонючка. Ах ты, вонючка. Почти букет. На улице холодно. Занесла домой. Буду вот эти вот обдирать. О, они мне пригодятся. Что там они содержат? Энулин? Или как там называется? Ну, какое-то ценное вещество. Ой. Да, красиво. Ну вот и все. Кое-что я сделала, кое-что не успела сделать. Будем как-нибудь справляться, успевать. А на этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего хорошего. Пока-пока. Заходите на мой канал. Буду рада.